Нашла. Снимаются маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Она в клетке. В клетке. Защищаемый физический биоробот защитным потоком из чистых энергий Абсолюта. Берем Елену в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. Вместе с тонкой копией Елены поднимайся в комнату диагностики. Пошел подъем. Клетка тяжелая. На 4 делаем квантовый скачок в комнату диагностики. 1, 2, 3. Ты в комнате диагностики. Вместе с Еленой. Мы на месте. Мы приветствуем Елену, интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке, доверит ли она нам свое биополе наперед сеанса. Она меня слышит? Она слышит, да, но она уставшая. Ее как-то кормили в этой клетке. Она... То есть давали то, что минимум. Она Елена, устала от этого. Елена, нам нужен ответ, иначе мы не имеем права работать. Да. Хорошо, Влад, разрежь эту клетку. И клетка, как разрезается, уходит в клетку тюрьму. Она плачет. Елена, мы рядом, вы уже дошли до нас, не беспокойтесь, мы все сделаем. Этому уже сейчас будет конец. А с виновными вы можете сделать все, что вам будет угодно. Вам не надо бояться, они сейчас будут нас бояться. Клетка уже... в клетке. Отлично. От этой клетки выстраивай канал к ответственным 1, 2, 3. Притягивай ответственных в клетку тюрьму. Стоят в клетке, да будет так, а так и есть. Гуманоид. Влад, сделай в нем дырку, удар. Он хрипит, скинается. Сегодня ты будешь уничтожен, гуманоид, за это воздействие, но перед этим ты испытаешь все, что ты сделал для этой души. Все эти страдания ты сегодня испытаешь в полной мере. Он говорит, подожди, у меня есть что предложить. Нет, уже поздно, тебе надо было раньше думать. Сейчас будем разбираться со всем. Итак, здесь нет заказчика. Отлично, просканируй сканер полноту души Елены на настоящий момент. 57. 57%. Хорошо, даю команду сканеру на счет 3. Сканер сканирует пространство над головой Елены, под ногами 360 градусов вокруг нее, на всех 7 тонких тел заложниками. 1, 2, 3. Сканер сканирует все 7 тонких тел Елены, находит все. Значит, кроме гуманоида у нее хамелеон. Хамелеон, я тебя предупреждаю сразу, любая попытка сделать себя невидимым заканчивается для тебя уничтожением сразу. Инкуб. Джин и бес. Какой у нас джин? 36-24. Какой у нас бес? 9. Откуда гуманоид? Нибиру. Сейчас он разогнется. Может так и стоять, мне информация нужна. Нибиру. Хорошо. Начинаем с релиза энергии. В процессе работы я буду задавать вопросы. Кто не будет отвечать, будет наказан моментально. Даю команду тонкой копии Елены спроецировать все энергетические сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродные негативные патогены низкой вибрационной энергии в ее биополе. Канал выстраивается также и к клетке гуманоида и возвращается к ним. Усилию потоки в 50 раз. Без. Сколько ты находился в этом биополе? Год. В квартире находишься? Нахожусь. Кто еще в квартире находится? Спрашивай сразу, мы ее сегодня чистим. Джин. И джин. Сколько джин находился в этом биополе? 3,5 года. Инкуб, сколько ты находился в этом биополе? 7 лет. Какая плотная дружба. Хамелеон, сколько ты находился в этом биополе? Опять приседает или что? Нет, он какие-то звуки выдает, как качается. 8 лет он ее не делал. Невидимый. Менял цвета. Я сказал, чтобы ты себя не делал невидимым в клетке, находясь здесь. Нет, он показывает на протяжении этого времени. Он делал ее тусклой. Менял ей цвета. То есть ты забирал все цвета ее жизни? Можно так сказать? Цвета души, радости? Нет, он имеет в виду, если она с кем-то общалась. Он ее делал невидимой, неприглядной, серой. Он показывает, как она в глазах других людей меняет цвета. И как она меняет цвета? Как мне это себе представить? Пустой, неинтересной, невидимой, серой. Все понятно. Хорошо. Итак, гуманоид, сколько ты находился в этом биополе со своей подконструкцией? 6 лет. Чем объяснить твое массивное воздействие в ее биополе? Ты делаешь свою работу, а я свою. Работа у меня такая. А у меня работа заканчивает такие работы, как твоя работа. И давать оценку твоим действиям. Представляешь, какая непонятная ситуация сложилась? И я вижу здесь массивнейшее воздействие, без всякого контракта, без призыва человека, чтобы ты вошел в ее биополе и делал что угодно, без разрешения. Космические законы, межгалактические законы, законы мироздания не предусматривают такой интерференции. Тебе было понятно, когда ты совершал это преступление, что ты будешь нести ответственность за него? Если поймают. Хорошо, в моих руках появляется шар живой плазмой. Я повторяю свой вопрос. Тебе было понятно то, что ты будешь нести ответственность за свои любому деяния? Любому преступнику это понятно. Хорошо. Убираю шар, входит в меня. А я продаю частицы души, как ты думаешь? Ловец душ. Сколько ты копий сделал с ней? Из нее? 2 и 3 готовится. Где 2 находятся? В твоем мире или ты уже продал? 2 продал. Половина готовится. Ящером? Опять ящером? Нет, не ящером. А кому? Другим цивилизациям. Хорошо. Попробуй найди. Ты это мне говоришь? Попробуй найди. Хорошо. Будешь свидетелем того, как я буду это все находить. Как у нас с реверсом, Вера? Закончился. Устанавливали фильтры с золотой сеточкой на все каналы в порядке реверса. Елена забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошли энергии божественные и чистые. 1, 2, 3. Все, что не похитили, все, что не изъяли, до последней капли возвращает Елена себе обратно, на хозяйка своих энергий. Возвращает все свое себе обратно. Забираем из конструкции гуманоида, из этой клетки, шло назад мощным потоком. У нее идет частица руки как-то, кисть возвращается. Какая кисть? Правая? У нее как пустая левая? Была она. Правая. Правая, да. Так и увидел. Но так начинается опустошение органа, мы уже встречали без ноги, ты помнишь. Сначала одна рука, потом вторая, потом все остальное. Готово. Хорошо, поехали дальше. Скэнер просканирует сейчас полноту души Елены. 70. 70%, еще 30 не хватает. Хорошо. Начинаем с вытаскивания всего, что осталось. Биополем. Джин, тебе выходить не надо. Собирай всю свою пыль, вытаскивай все свои подключки. Отключайся полностью, докладывай мне о готовности к проверке. Проверка будет проходить скэнером несколько миллионов герц. Если кто-то что-то оставит или забудет, он просто сгорит по каналам этой клетки. Я вас предупредил. Готово. Инкуб, выходи, отключайся полностью, снимай все, что ты оставил в ее биополе. Возвращайся назад, приступай. Инкуб снялся. Хорошо. Хамелеон, выходи, вытаскивай свое гнездо, отключайся полностью, ничего не забывай, забирай все свои энергии, возвращайся назад, приступай. Он и цвет энергии меняет по чакрам. Меняет цвета чакр? Да, он их как в себя втягивает. У него от этого гнезда расходится. Угу. По всем чакрам. Ничего себе, хамелеон. Щупальца. Рискованно ты живешь, хамелеон, рискованно. Забрался. Гуманоид, на твоей чистоте что-то осталось? Нет. Хорошо, без. Выходи. Отключайся полностью, вытаскивай все, что ты оставил. Скажи мне сразу, есть ли лярвы в биополе Елены? У нее есть лярвы. Где они находятся? Одна в области груди. Там, где хамелеон сидел. А вторая? Хамелеон, кстати, давил ей на грудь, и у нее как опустошение внутри было. Вторая на голове. В области шеи. От чего? От гуманоида? Подключки? Да. Хорошо. Как все снимешь? Доложи мне, я дам тебе отдельную команду. Можешь забрать эти все лярвы. У него гольфы были, он снял. Хорошо. Разрешаю тебе забрать эти лярвы. Забирай, возвращайся назад. Приступай. Готово. Хорошо. Даю команду на рассинхронизацию Елены с гуманоидом, клеткой, хамелеоном, инкубом, джином и бесом. Пошла рассинхронизация до 100%, заканчивается автоматически. Готово. Даю команду скэнеру на контрольную проверку. Пошла контрольная проверка. Чисто. Подхожу к Елене, помогая моей энергии отстегнуть ей все каналы на счет 3. 1, 2, 3, удар. Отлетают каналы. Открываю воронку в галактической дроне, уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрываю, печатаю и растворяю. Готово. Хорошо, Бес и Джин, я вас буду отправлять сейчас в квартиру Елены. Вы соберете все, что там оставили. Бес, ты один в квартире или есть черт? Один. Хорошо, ты мне покажешь все порталы после того, как все соберешь. За это потом я их закрою, и потом я соберу весь негатив в этой квартире, отдам тебе в дорогу. Тебя устраивает такой вариант? Да. Хорошо. Хочешь эмоциональный фантом? Да, хочет. Тогда дай мне информацию о тех энергиях, которые являются основными. Я их сейчас буду перечислять, то есть то, из чего все вытекает. Выходит эмоциональный фантом Елены, проецирует все негативные программы, негативные мыслеформы, а также всю низкоэмоциональную эмоциональную энергию, сгенерированная, проецируется на ее эмоциональном фантоме. Из нее вышел фантом серым цветом, плечи поникли, голова вниз. Елена, эти энергии вы сами сгенерировали. Здесь вам уже никто не помогал. Вы готовы расстаться с этими энергиями негативными? Готова. Сворачиваете энергии в шар. Хорошо, Бес. Забираешь? Давай. Отправляю Бесу и жду ответов. Назови мне пару частот. Там много частот. Ну, перечисли некоторые, чтобы я был в курсе, о чем идет речь. Апатия, уныние, страх. Что-то ты там много читал. Проще сказать, что там нету. Хорошо, я уже понял. Хорошо. Так, он все это забрал, да, Вера? Да. Отлично. Открываю сейчас один портал в квартиру Елены. 1, 2, 3. И Джин вместе с Бесом уходит в этот портал, забирает все, что принесли, собирает все, что там оставили, дожидается меня. Я прихожу, проверяю, отпускаю каждого на его чистоту. С Бесом, как договорились. Приступайте. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Инкуб готов уходить? Готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте инкуба. 1, 2, 3. И инкуб забирает все, что принес, уходит на свою частоту. Закрываю, печатаю, растворяю. Хорошо, хамелеон. Ты больше никогда не войдешь в это биополе, тебе это понятно? Ну, понятно. Хорошо. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте хамелеона. 1, 2, 3. И хамелеон забирает все, что принес, и уходит на свою частоту. Закрывая, печатая, растворяя. Он ее делал безэмоциональный какой-то. Ну, так и выглядел эмоциональный фантом серый. Готово. И тем более 8 лет воздействия. Хорошо. Елена, я обращаюсь к вам. У вас сейчас не хватает 30% души. 23% мы уже, 13% мы уже вернули. Осталось еще 30%. Вы хотите вернуть свою душу назад? Я хочу от вас услышать. Да, она ждет этого. Сформируйте это намерение, эту силу намерения. И я даю команду. Во-первых, появляется, ставлю экран в комнате. Появляется все, что я о чем буду говорить, проявляется. И выстраивает Елена каналы к частичкам ее души, где бы они ни находились во Вселенной. 1, 2, 3. И каналы выстроились силой намерения Елены. Все частички ее души, весь биоматериал, все ее родные энергии, все, что у нее украли, возвращается назад мощным потоком. 1, 2, 3. Пошел мощный поток. Забираем все, что принадлежит по праву Елене. Да, будет так, а так и есть. Посмотри на экране, кто у нас там. Я вижу только как фантомные копии. И Елена, она говорит что-то, вытянула руки к ним, к двум, и ей идут, возвращается, свет идет к ней. Отлично, ждем. Но она как мантру читает какую-то про себя. Она здесь, чтобы восполниться. Этим мы и занимаемся. Готово. Хорошо. Что стало с копиями? Посмотри на мониторе. Оболочки упали. Отлично, убираем монитор. Скэнер просканирует полноту души Елены на настоящий момент. 100. Хорошо, гуманоид, я обращаюсь к тебе. Буквально недавно ты сомневался в том, что мы заберем все частички души. Что-то пошло не так с твоими предсказаниями? У нас не было об этом разговора. Я спрашиваю, ты сказал, попробуй, забери. Я их и забрал. Все. Я сказал, попробуй, найди. Попробуй, найди. Цивилизация. Хорошо. Из какой-то цивилизации, Вера, пошла информация? Кто украл? Украл гуманоид. Хорошо. Кто, кому было продано? Это у него в голове. Он всячески старается защитить информацию. Хорошо, гуманоид. Хочешь вторую дырку получить? Без проблем. Он говорит, что я не могу потерять клиентов. Нет, ты уже потерял все, что можно потерять. Хорошо, снимаю возможность у гуманоида держать эту информацию. 1, 2, 3, опять ставлю монитор. Пошла информация на монитор. Все, что скрывает гуманоид, все видимо. Да, будет так, а так и есть. В тюрьме те клиенты не нужны будут. Одна у ящеров, другая у гуманоидов была. Вот, отлично. Убираем монитор. Хорошо. Ли, я прошу тебя выйти со мной на связь. На связи. Ты в курсе, то, что здесь происходит? Или объясните? В курсе. Хорошо, благодарю тебя. Ждут его уже. Его уже ждут. Хорошо. Клетку что с ней делать? Убирать? Уничтожать. Открывая под клеткой воронку в галактическое ядро, клетка уходит на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Давай, гуманоид, пиши письма. Мы забрали. Хорошо, мы все убрали. Клетка пустая? Пустая. Поехали по частотам. Готово. На счет 3 запускаем процесс активации, идентификации души. 1, 2, 3. Пошел процесс. Она говорит, а вот за это отдельное спасибо. Душа моя радуется. Случилось. Готово. Хорошо, Елена. Мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете сейчас? В 2 раза больше. Я вся вибрирую. Отлично. Насыщенный, счастливый и радостный. Так и должно быть. Сейчас будем возвращать вас назад в вашу систему биоробот душа и сразу перейдем к чистке вашей квартиры. И для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Елены в ее систему биоробот душа. Заводим, подключаем к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключаемся от объекта.